Польше новые коронавирусные ограничения. 24 февраля министр здравоохранения объявил о новых запретах, вводимых в Польше. Внесены следующие изменения. В Арминском Азурском воеводстве теперь закрыты гостиницы, торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, галереи, бассейны и теннисные корты. Людям, въезжающим в Польшу из Чехии и Словакии, придется отбывать карантин. Исключение составляют лишь те лица, которые ранее получили две дозы вакцины. Рот и нос можно закрывать только маской. Платков, шарфов и пластиковых козырьков будет недостаточно. Они могут использоваться только как дополнительные средства защиты от инфекции. Ученики 4-8 классов не сядут за парты минимум до 14 марта. Студенты вузов будут учиться дома до 30 сентября. Информация о продлении срока появилась в журнале законов в пятницу вечером. Напомним, что дистанционное обучение в школах и вузах началось с середины марта 2020 года, после объявления в Польше пандемии коронавируса. С начала сентября прошлого года обучение вернулось к традиционной форме, но с началом второй волны пандемии ученики и студенты продолжили учиться через интернет.